Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Ну, начну с хороших новостей. То, что FaucetPay добавил две криптомонеты. Это Ripple и Polygon, то есть Matic. Теперь есть на FaucetPay вот такие две новых монеты. В связи с этим я хочу поделиться с вами майнером на Ripple XRP. Майнинг экран, как угодно можно называть. Майнинг экран. Значит, ну здесь статистика, это все можно прочесть. Ничего, выплаты идут в режиме онлайн. Значит, регистрация и авторизация. Кликаем вот на синюю вкладочку логин. И сюда вводим, прописываем адрес электронный от FaucetPay, email адрес. Прописываем, решаем капчу. Я вот захожу при вас. Я еще вообще ничего не делала. Где моя капча? Сейчас перезагружу. Давайте обновим. Перезагрузить. Капчи нету. Капчи нету. Сейчас, ребятки, я перезагружу и продолжу. Вот, появилось. Вводим email-адрес, разгадываем капчу и заходим. Это и регистрация, и авторизация. Все, мы попали в кабинет. Значит, смотрите, баланс по нулям. Сразу у нас на домашней страничке находится наша реферальная ссылочка. Что нужно сделать нам? Значит, активировать майнинг. Кликаем. Как видим, абсолютно без вложений. Здесь нет дополнительных планов. Вроде как я не вижу. И значит, что у нас здесь? Переводим на русский. Значит, максимальное значение вот такое в USDT. Доллары США. И мощность. Вот такая у нас идет. Ставим на оригинал и кликаем активировать. Все, майнинг мы активировали. Так. И здесь баланс по нулям. Пошел таймер. Сбор один раз в минуту. Все делаю в режиме онлайн. Пока тут идет таймер, значит, это домашняя страничка, это транзакции. Здесь у меня по нулям. Здесь вывод. Значит, минимум на вывод вот такое количество. Также будем выбирать XRP. 1 XRP равно 44 доллара 47 центов. Здесь нет ничего такого. Ну, а здесь что? Вывод. Как бы, да? Возвращаюсь на домашнюю страничку. И ждем. Тут осталось 18 секунд. Хотя вот на балансе вот у меня уже есть минималка на вывод. Да, мы видим. Сейчас я все это делать буду в режиме онлайн. Сюда будем кликать и собирать вот эти монетки. Кликаю. Собираем монеты. Клейм. Все. Окей. И вот эти монетки уже перешли вот сюда на мой баланс. Видим. И заново пошел таймер. Так. Кликаю вывод. XRP. Сюда сумму. О-о-о. Сколько у меня там сумма? Извиняюсь, надо было сумму скопировать. Значит, я копирую такое вот значение. Вот. 0.3026.
вывод XRP, сюда вставляю сумму, кликаю. Все, вот такое вот количество с учетом комиссии ушло на Faucet Pay. Окей, идем на Faucet Pay, друзья. Перезагружаю я страничку. Как видим, без минималки. И, пожалуйста, XRP, ну вот этот кран, этот майнер, вот такое количество XRP пришло 9 февраля. Опускаемся ниже. У меня баланс был по нулям. Вот они, мои монетки. Все шикарно. Платит инстантом, без минималки. И также я пока вот микрофон у меня там прошло. Собираем опять. Клейм. Все, монеты мои прибыли. Значит, вот эту сумму я копирую. Иду на вкладочку «Вывод». Вставляю сумму. XRP. Вывод. Все. Монетки ушли. Идем опять на Faucet Pay. Перезагружаю страничку. И, пожалуйста, еще вот этот кран. Такого количества. 9 февраля. И монетки мои увеличились. Стало вот столько. Ну вот как-то так. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Вот, это ваше право. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.